Всем приветики. Я хотел бы показать вам, что делать, если вдруг на вашем моторчике обломались контакты. Дело в том, что вот у меня на моторчике, на этом, были здесь вот два контактика, они торчали. И к ним были припаяны провода, ну то есть вот как здесь. Здесь торчал контактик, и к нему припаян провод. Но он обломался из-за вибрации, то, что это вибромоторчик, из-за того, что он часто долго вибрирует, обломался контакт. И я вот к этому контакту обломанному, вот он уже не торчит, попытался сдереть пластмассу, но она плохо сдирается, тогда я просто паяльником попытался, ну просто получится сюда, начал попытаться паяльником расплавить пластмассу и дотронуться до этой железяки, чтобы припаяться к ней припоем. Ну и в итоге, я пытался припаяться, он там пластмассой заплывает, эта железяка, и, в общем, и от нагревания начинает туда вот оплеваться, и, в общем, вот что получилось. И в итоге испортил моторчик, он даже вот плохо крутится как-то. Во-первых, сначала получалось, оно бывает попадет и есть контакт. Но он такой слабый контакт, оно все же за такую маленькую штучку держится, что туда-сюда оно отламывается быстро. Снова начинаешь так же припаивать. Ну, просто берешь и начинаешь паяльником давить, чтобы оно схватилось. И в итоге додавился до того, что оно аж туда продавило, и он уже все. Поэтому есть решение. Берем и просто вкручиваем болт. Вон он, контактик обломанный. И просто рядом вкручиваем, как бы, шурупчик. Рядом с ним, чтобы он прикасался к контактику. После того, как мы вкрутили рядом шурупчик, и он прикасается к контакту, то есть уже, получается, с контакта контакт присоединяет, ну, то есть контакт контактирует с шурупчиком. А к шурупчику мы уже припаяем провод. И все, и оно работает, можно даже вот проверить. Сейчас я подключу. Вставляем сюда. Так, а это в розетку, вот он. Сейчас вставим в розетку. Так, и в чем дело? Ну, вот работает. То есть, но нужно, чтобы оно хорошо прям рядом шло и прикасалось, потому что если не попасть шурупчиком туда, куда надо, оно не будет работать. Вот так вот оно. Вот таким вот образом, если обломались контактики на моторчике, можно просто не выковыривать, как я пытался. Сначала пытался просто паяльником туда припаять, контакт был слабый, хотел обрезать, и как-то, ничего не получалось. Проще вот так вот. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.